В Бугульминском районе начал работу ежегодный нефтяной саммит Республики Татарстан. Участие в мероприятии принял президент Рустам Миниханов. Саммит открывался традиционной выставкой достижений нефтяников. Участие приняли компании «Татнефть», Бугульминский механический завод, «Ритек», «Нефтех», «Татпромхолдинг», а также Казанский федеральный университет. В саммите приняли участие ректор Ильшат Гафуров и проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. Участие КФУ в саммите выглядит логично. Казанский университет – один из главных образовательных центров направления нефтегазовых технологий. КФУ сотрудничает с нефтяными компаниями не только Татарстана, но и России и мира. Университет взаимодействует с Татнефтью, компаниями Китая, стран Европы и Южной Америки. КФУ представил на саммите свои разработки. Первой показана фильтрационная установка, используемая для исследования эффективности процесса внутрипластового горения. Установка не имеет аналогов в России. Интерес к ней проявляет ряд крупных нефтяных компаний по всему миру. Разработка может стать основой для нового сотрудничества. Также была представлена визуальная труба горения, разработанная группой ученых научно-исследовательской лаборатории «Реологические и термохимические исследования». На установке можно наглядно продемонстрировать, как проходит процесс вытеснения нефти из породы при внутрипластовом горении с помощью катализаторов. С ее помощью ученые приоритетного направления «Эко-нефть» планируют решать задачи определения изменений магнитного поля породы при термическом воздействии. Эти данные могут быть использованы при поиске месторождений углеводородов. Артем Тупичкин, Универньюз.